Всем привет, дорогие друзья, это я, ваш Тазавр Рекс и... Даша Лай. Hello. В общем, снимаю блог, я очень давно не снимал блоги. Прикол в том, что через 2 дня Новый год. И ёлочка. Через день скорее. Завтра. Нет, завтра 30-й, а послезавтра уже 31-й. Ну, я бы не сказал, что как бы... Праздновать он будет с нами. Угу. Как прям 2К16-м. Тусить. Они даже, посмотрите, они даже сделали так, как в 2К16. Вы понимаете, то, что в 2К16 здесь тоже были кровати поставлены вот так? Ребят, просто посмотрите старое видео. Вот на моем канале Вастатозавр Экс Лайф. Я оставлю на него ссылку, я оставлю на этот канал ссылку в описании. Вот там у меня самые последние ролики, которые были сделаны там в 2016. Вот кровати были поставлены вот вообще вот так же прям. Вот прям вообще вот так же. Мне, да, колечко. Мне колечко включали. Подарили. Мне так мое колечко. Ой, блядь, спалился. Ну ладно, это не мое колечко. Вот. Если сейчас вас этот запарекс отвернется, то я кое-что покажу. Да, отворачивайся. В общем, я отвернулся. Сегодня расскажу вам про такой вот красивый шарик. А, вот, смотрите, такой красивый шарик. Он, короче, очень клевый такой вот. Да, как вы видите, вот он такой оригинальный. Да, ёпта, что ж ты делаешь-то? Отворачивайся. Ёбаный рот. А теперь смотрите. В общем, вот такой вот красивый шарик. А, у тебя шарик не видно, там ёлка видна. Сука. Это очень классно видеть. Разня, реально очень-очень шатается. Из-за одного маленького мячика, да, ничего не слышится. Да, она чуть не грохнулась. О, всё. Теперь можно пришибить вашего любимого Васта. Бля. Мне нужен шарик. Я сейчас до него. Я сейчас до него доеду. Я сейчас до него доеду. Ты-дун-тун-тун. Давай я тебя поснимаю. Делай, что хочешь. На камеру. Держи эту. Хуярим его. Е-бой! Посмотрите, как она ровно стала. Она уже на обрыве. Сюда, снимай, блядь. Вот, смотри, видишь, она... Видишь, какой я маленький старик. Он, короче, захуярил туда шарик. Я, короче, вот сюда куда-то попал, и оно такое, оно так аккуратно. Я думала, оно сейчас упадет. Кстати, вот еще один презент. Блин, это мой стол. Наплевать. Есть! Какой оригинальный. Блин, это так хотелось, знаешь ли. С новым гадом. С новым гадом. Согласна, с новым гадом. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Посмотрите, это его великая шевелюра, а это его ухо. Ты просто не знаешь, о чем. А это, а вот это его глаз. Я сделала для него такую сексуальную котельку. Она, короче, перекрасит ваш домик. Нет. Она черная. Блять. Это символично. Ты же понимаешь, что я это сейчас не снимала? Что? Я снимала твое лицо. А вот это я представляю Кобра. Кобра 3000. Это новая супер... Ну, уна... Как это говорится? Модная змея-кобра. Она может вам помогать в домашнем. Конечно же, она может помогать, она еще и светится. Она как-то светится, я не знаю, как это... Пам-п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 ам. В общем, кобра светится, как... Праздник. Я сломала. А, нет, смотрите, смотрите. Вы не понимаете, смотрите, она в позе такой. В общем, видите, она такая... Ты не интересен, интересная елочка. Праздник нам приходит. Подписчикам не интересно. Праздник нам приходит. Короче, как-то вот так это говно получается. Юху! Блять, на меня еще думаешь. Хорошо. Снимаем в ближнем плане твой глаз. О, твой рот. Поверь, твоим подписчикам это видео очень понравится. Извиняюсь. Те, кто посмотрит это видео, у тех, у кого сломается психика, я снимаю его ухо. Он такой красивый. Не трожь мою коробочку, она 2000 стоит. Это ручная работа, сука. Ручная работа. Ну как сказать, анимешница? Смотрите, я делал обзор на вот такую.
все в порядке. Такую красивую штучку, которая, которая приукрасит вашу... вашу деталь. Что? Хочу прикрасить вас. 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 Конечно же. Ай, я чуть камеру не выронила из-за тебя. Так это вообще твой телефон, не мой, поэтому... Если ты сломаешь ее, я заставлю тебя купить мне новую, пошла, потому что это ручная работа. Пошла. Посмотрите, как сексуально он это делал. ЧНКР пошел. Не знаю, что я... Да, да, Ленча. Ты понимаешь, что это колонка? Это папарацци. Hello. Я бью вас, ребята, это вам. Это вам. Это вам. Вот, посмотрите на его лживое лицо. Вы правда верите, что он вас любит? Hello. Это очень опасный опыт. Если я реально пройду, то я буду очень крутым чуваком. Нет, если ты пройдешь и не уронишь ее, то я похлопаю тебя. Ах ты сволочь! Ах ты скотина, ах ты тварь, ах ты мразь, ах ты сука. Я прохожу. Повесил, живо повесил. Смотрите, знаете, это типа знаешь, можно. Знаешь, что она рисует? Она еще как-то гей. По ней я рисую. Я наблюдаю за тобой, зевелочка. Посмотрите, она обнимается с елкой. Не надо, реально. Здесь практически все стеклянное. Не пить. Не, реально, вот все стеклянное. Сейчас мы это проверим. Вообще-то, Сережа сказал, что если хоть кто-нибудь уронит эту елку, то там просто ставят пизды реально большой. Причем сам Сережа. Я еще спросила, если это сделает Никита, он сказал, что Никите достанется больше всех. Это, видишь, как тебя любит отец. Сеня, это так, это новомодная, вот, новомодная кобра, да хоть не... В общем, я случайно уронил камеру, потому что эта дура меня задолбала снимать так близко. Да потому что мне было заняться нечем, поверь. Мне тоже много чего заняться нечем. Я буду смотреть Орел и Решка, это очень весело. Орел хуешка. Я знаю, что ты сейчас делаешь, потому что я вижу твои пальцы. Нету их больше. Сейчас мы снимаем, как бомж лежит. Я тебе сейчас устрою бомж. Здесь как бомж тут лежит. Сейчас мы снимаем бомжа, сейчас мы к нему подойдем даже и возьмем интервью. Я давайте тебе так скажу. Типа, честно, здравствуйте, бомж, Вася. Здравствуйте, ну ладно, чтобы мои подписчики не выблевались. Чтобы мои подписчики не выблеливались из-за этой рожи. Я не буду тебя снимать. Слышь, бомж Валера. Давай, мы тебя возьмем сейчас интервью. Короче, ты смотришь, тут какое-то говно. Я нормальный человек, а вы говно. Ну, в общем... Ой, блядь, извините. Короче, мы хотим взять у вас интервью. Как вы живете в такой квартире, если вы бомж? Это вы говно еще и квартира в Москве. Че? Ага, и крёстная, директор винных магазинов. Еще дальше. В общем, бомж Валера живет плохо, как мы по его словам... доходов в месяц. Мы слышим об его словам, то, что бомжа... Видите, как он живет, страшно тут. Он тут вообще... Мне так, боже мой, скучно. Как вы видите, бомж Валера уже нарядил елку. Я ему помогу. Ой, блядь. Если ты её уронишь, я реально с тобой что-либо сделаю. Блядь. Давайте выключим ее елку, чтобы она больше разозлилась. А, мне конец. Да ёб твою мать, выключайся, говно. Это говно. А, ну я понял, как это говно выключить. Все. Елочка прекрасно горела и вгорела. Бомж Валера, пожалуйста, дайте нам интервью. Ах ты, сука. Хорошо, мы заснимем вашу елочку. Охуеть. Снимай елочку. Какая-то хуета, посмотрите на это вообще, что это такое? Что это за мягкая хрень? Что это такое? Смотри, какие здоровые. Это даже на елку не, точнее, найти. На украшение не похоже. Нахрена ты вешаешь такие жирные? Вот именно из-за этого она такая хрупкая, блин, эта елка. Она не из-за этого, даже если я сниму его. Даже все игрушки сняли, знаешь, какая она хрупкая? Она реально, она чуть не свалилась пару раз. Заебись.
Даша смотрит, как люди. Как люди что-то делают. Кушают, наверное. Ой. В общем, я снимаю вас. Сделаю превьюшку такую себе. Сейчас, подожди, я сфоткаю. Делай, чего хочешь, я смотрю. Отлично, у меня есть превью для видео. Когда ты его научишься вставлять хотя бы? Я уже научился, я превью Венома изменил. Смотрите, я снимаю ее так, и так даже страшнее выглядит. Смотрите, сейчас я повешу на свою камеру. Ладно. Пиздил. Всем привет, дорогие подписчики. Я хочу подарить вам вот такую вот крутую супер новомодную JBL. Как-то хуйня. Вот. JBL. Такая вот JBL. Ну, JBL, в общем. Тю-тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю. Это супер крутое кино. Слушай, это реально получается как кино. Раз, два, раз, два, раз. Да, я понимаю, подписчики, мы страдаем полнейшей херней, нам даже нечего сказать. Да, вы даже не представляете, какой херней мы сейчас страдаем. Ну такова жизнь. Поверьте, у меня депрессивное состояние, мне уже плевать, чем. О, ну у меня вообще депрессивное состояние. Ты думаешь, у меня не депрессивное? Вроде бы многие сейчас скажут, что типа Новый год, у вас должно быть охуенное веселое состояние. Я скажу наоборот. Нет, это не так. Говняное. У меня только хуже состояние. Ты вспоминаешь, что Новый год. Да. В общем. Спасибо за просмотр. А еще и на Новый год будет петь не Пугачева, а Бузова. А жалко. Лучше бы Пугачева. Да. Ну, в общем, подписываемся на канал, ставим лайки. Всех наступающим, ребята. Это был такой небольшой, нихуящий, как я поймал круто. Небольшой блог. Даже не могу сказать, что это блог был. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока.